Здравствуйте, дорогие друзья! Во многих роликах, когда блогеры готовят еду, к примеру, они часто говорят: «Ой, какой запах! Жаль, что камера не передает этот запах, так вкусно пахнет! Боже мой!» Или, например, там какие-нибудь фермеры, ну не фермеры, ну вроде нас, раздолбаев таких, такие: «Ой, тут какой свежий воздух, так все хорошо!» Ну, в деревне, конечно. Вот. Ну, жалуются, что камера не передает запах. Зачастую это очень хорошо, что камера запах не передает. Вот. Приблизьте, пожалуйста. Мы сейчас... ролик называется «Кокули, часть номер 3». Мы сейчас выкопали ямку в 3 штыка лопаты. Вот он, штык лопаты. Ну, вот такая ямка где-то вот, такой глубины. Вот эта ямка. Похоже на могилу. Мы решили, что тут надо хоронить депутатов. И вот это вот все. Все возмущались, что такую глубокую рою и большую. Но оказывается, что ее даже мало. Вот. И все опилки с кокулями, которые скопили за зиму, которые скопили за лето, мы выбрасывали сюда. И сейчас я вытащил, сделал, ну, вынул грунт. И на это место фигачим эти опилочки с калькуляторами. И у нас будет офигенный. Мы потом зальем все это компостином. Или чем? Компостином. Вот. И у нас будет классное удобрение потом. Вообще будет супер. У нас теплицы и земля, мы... Тут ее сверху насыпем, а земля уже, ну, как бы бедная, ну, вот. А туда насыпем вот эту черную. Посмотрите, какая она черная. Прям черная-черная. Еще дождик прошел. Она вообще чернючая-причернючая. И, кстати, все говорят, что я черненький, ничего подобного. Ну, в смысле, я уже седой давно. Я не черненький, я темно-русый. Черненький – это вот это. Вот. Теперь посмотрите на меня. На седого. Ну, все, на этом ролик, наверное, давайте заканчивать, и пора работать.